Профилактический рейд по автобусным остановкам Щелково провели сотрудники администрации городского округа совместно с отделом ГИБДД и сотрудниками регионального Минтранса. Рейд был проведен с целью проверки соблюдения водителями правил дорожного движения на остановочных пунктах. Поступает очень много жалоб со стороны водителей Мострансавто, что невозможно провести высадку, посадку пассажиров на остановочных пунктах, такие как Щелково 7, Воронок, Пролетарский проспект, то есть остановка Троицкий собор, мешает припаркованные автомобили. В ходе рейда с водителями были проведены профилактические беседы. Члены комиссии доступно объяснили, что нельзя стоять на остановках и мешать при этом работе общественного транспорта. Теперь подобные рейды планируется проводить на регулярной основе. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.